Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда в это время в эфире «Мелочи жизни» – программа о товарах и услугах. Мы подскажем, где лучшие цены, выгодные акции и новые поступления. Оставайтесь с нами, будет интересно! Вам катастрофически не хватает места в шкафу, там постоянно царит беспорядок, значит, вам нужна умная гардеробная. Оборудовав ее, вы с легкостью сможете разместить не только обувь и одежду, но и предметы домашнего обихода, постельное белье и многое-многое другое. А подробнее узнайте из сюжета. Сегодня в Беларуси более 10 фирменных салонов и бренд-секций. Шведская компания «Элфа», одна из них в Солигорске. Гардеробная «Элфа» с легкостью помогут вам сэкономить пространство в вашей квартире, доме, гараже. Девиз компании «Все может быть организовано» как нельзя лучше характеризует то, чем занимаются дизайнеры. Любое помещение при помощи комплектующих шведской компании можно сделать упорядоченным, а вас избавить от ненужных хлопот по обустройству помещений. Любую вашу задумку можно воплотить в жизнь. Гардеробная подбирается индивидуально под размеры вашего помещения и с учетом ваших пожеланий. Сроки исполнения заказа до 2 недель, но на складе в Минске всегда очень большое количество комплектующих, так что ваш заказ может быть выполнен и быстрее. С «Элфой» в любом помещении вы сможете добиться порядка, а благодаря разработкам шведских дизайнеров взаимозаменяемость комплектующих поможет вам самим с легкостью менять расположение деталей в помещении. Это практически конструктор. Любую деталь можно взять и переместить в другое место. Все продумано до мелочей. Гардеробная «Элфа» – настоящее спасение для тех, кому надоели шкафы, съедающие пространство в квартире, нагромождение вещей на полках в гараже или на даче. Совершенные, продуманные до мелочей вариативные конструкции «Элфа» имеют всевозможные преимущества, оценив которые, вы вряд ли согласитесь на меньшее. «Элфа» – это функциональность в сочетании с современным дизайном и неизменным шведским качеством. Все конструкции изготовлены из стали, а деревянные детали – из массива березы. Почти каждый месяц «Элфа» проводит различные акции. Например, с 1 по 30 сентября на весь ассортимент действует скидка в 15%. Также владельцам смарт-карты банка «Москва-Минск» предоставляется рассрочка на 6 месяцев. «Элфа» продается в 30 странах мира и среди покупателей неизменно пользуется репутацией выгодного приобретения. Это удобный для людей, надежный, долговечный продукт, который приятно продавать и приятно покупать. С гардеробными «Элфа» беспорядок уже в принципе невозможен. Осень вступила в свои права, а это значит, что скоро похолодает. Хотите одеть всю свою семью или просто сменить гардеробчик? Мы подскажем, куда идти, тем более, что цены очень привлекательные. А подробности узнаете из сюжета. Магазин «Одежда для всей семьи» приглашает за выгодными покупками. Здесь можно приобрести как верхнюю одежду, так и одежду для дома, различные аксессуары, которые сделают ваш дом уютнее. Магазин предлагает очень выгодные покупки. Здесь вы можете с легкостью обновить гардероб всем домочадцам, не пошатнув при этом семейный бюджет. Детям в магазине вы найдете спортивную одежду, брюки и рубашки, сарафаны. Заботливые мамы уже знают, где можно полностью одеть своих детей, при этом сэкономив. Актуальными покупками сейчас будет и верхняя одежда. Различные интересные модели жилеток, пальто, курток для взрослых и детей. Вообще в магазине «Одежда для всей семьи» в продаже предметы гардероба для детей от года, а для взрослых, начиная от 42 размера. Найдете вы здесь и товары для дома, уютные мягкие пледы, разноцветное покрывало, декоративные подушки, постельное белье от полуторных размеров и до евро. Качество товаров хорошее, аккуратные швы и выточки, современный дизайн, а цены очень даже приемлемые. Из домашней одежды на ваш выбор халаты и платья, ночные сорочки и пижамы от самых маленьких размеров и до больших. В продаже имеются и аксессуары, спортивные и школьные рюкзаки, сумки и клатчи, мужские и женские портмоне с удобными отделениями для монет и банковских карт. Пополнение ассортимента еженедельно. В ближайшее время ожидается привоз сезонной одежды, еще больше теплых курток и пальто. Так что в этом магазине пополнить свой гардероб может каждый желающий. На любой возраст в торговом павильоне можно подобрать себе одежду по вкусу. Если вы еще ни разу здесь не были, обязательно приходите, и вы убедитесь, что шопинг может быть выгодным. Осенью так хочется уюта и тепла. Ничто не согревает лучше чашечки горячего чая в кругу родных людей. И желательно в загородном доме. А какой же дом без отопления? Да никакой, мрачный и холодный. Как вы поняли, говорить будем сегодня об отопительном оборудовании. Подробнее в сюжете.
Мы предлагаем выезд специалиста бесплатно на объект, где он встречается с клиентом и полностью обсуждает, согласно проекту. Значит, доставка материалов на объект у нас бесплатно. Монтируем и даем гарантийный сертификат на 5 лет на все виды работ и на все материалы, которые мы поставляем. Мы стараемся каждому клиенту угодить. На складе предприятия всегда не менее сотни позиций радиаторов. Керми – немецкие радиаторы, прямыми поставщиками которых является «Универсал Теплосервис». Качественные и надежные, с ними в доме всегда тепло, какая бы погода ни разгулялась за окном. В наличии и любые комплектующие к вашей системе отопления, от самого маленького винтика и до крупных деталей. Также мы являемся официальными дилерами фирмы Teich, польской, которая является лидером в Европе по производству автоматики для котлов газовых и твердотопливных. И есть различные виды автоматик, которые у нас в рабочем режиме подключены, стоят в магазине. Специалисты наши могут прямо здесь на месте показать преимущества одной и другой. То есть это недельные программаторы, это программаторы для твердотопливных котлов. Есть также нагнетатели воздуха для твердотопливных котлов. В последние годы мы выбрали те котлы, которые, по нашему взгляду, оптимальная цена-качество. Непосредственно два котла. Они даже и похожи между собой. Это наш белорусский котел ТИС. Полностью польская технология. Завод перенесен у нас в Белоруссии. И делается на польском оборудовании здесь. Из котловой стали. Здесь огромная топка. Сюда можно ложить полено 52 сантиметра. А этот котел сделан специально для наших условий, чтобы можно было топить дровами. То есть одной заправки хватает на 4 часа. Также есть еще и польский котел, GTM называется. Это чистый поляк, аналог таких распространенных котлов SAS, но стоит немножко дешевле, и в нем есть такие функции, которых нет ни в других котлах. А в этом котле уже с завода идут прорезанные люки для того, чтобы поставить автоматику и вентилятор. И внутри котла сделаны ниши для того, чтобы заложить провода. И это очень сильно облегчает модернизацию котла в последующем. Компания «Универсал Теплосервис» имеет и свой сервисный центр, специалисты которого с радостью окажут помощь в решении любого вопроса, связанного с отоплением. Сервис котлов – это самая сильная сторона нашей фирмы. Мы единственная фирма, которая без всяких минских посреднических фирм имеет прямые договора с Минобелгазом, Мингазом и даже Гомельоблгазом. В нашей фирме работают специалисты и профессионалы, которые имеют все сертификаты необходимые, все договора и проходят соответствующее обучение. На пусконаладочные работы и на весь сервис мы предоставляем 50% скидку на весь срок службы котла тем клиентам, которые непосредственно у нас купили оборудование. Профессионалы своего дела готовы оказывать помощь клиентам круглосуточно. Мы на связи с нашими клиентами 24 часа в сутки. Сервисом занимаются у нас три специалиста, которые непосредственно в момент отопительного сезона выезжают на объект в течение часа. «Универсал Теплосервис» готов скомплектовать и смонтировать под ключ различные системы, будь то отопление частного или многоэтажного жилого дома, система водоснабжения офиса, автомойки или целого предприятия с последующим сервисным обслуживанием. За счет комплексного решения задач специалисты в состоянии разработать уникальное решение, которое идеально подойдут для вашего дома или офиса. А следующий сюжет для тех, кто ценит искусство. К нам в город Солигорск приезжает «Тодес» – шоу-балет Аллы Духовой. На сцене вы увидите эмоции, которые буквально льются через край. Выступление обещает быть зрелищным и ярким. Смотрим сюжет. В конце ноября в Солигорске с новой программой выступит театр танца Аллы Духовой «Тодес». Каждое представление этого коллектива неповторимо. Оно заряжает хорошими эмоциями и вызывает восхищение зрителей. По-настоящему фееричный спектакль «Мы». По словам его создателей, это уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования «Тодес». «Мы» – это непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий жизни, которые можно передать только танцам. Спортивно-зрелищный комплекс приглашает на премьеру фееричного спектакля «Мы» театра танца Аллы Духовой «Тодес». Вас ждет невероятное по красоте и энергетике танцевальное шоу. Билеты можно приобрести как в спортивно-зрелищном комплексе, так и на сайте «Квитки Бай». Это нужно видеть.
Зрители, которым уже довелось увидеть премьеру спектакля, также не остались равнодушными к нему, говоря, что это невообразимо красивые и сложные выступления, от которых буквально захватывает дух. С лучшими артистами балета Аллы Духовой «Тодес» вы переживете погружение в другие культуры. Будете смеяться, восхищаться, задумываться и замирать, узнавать в номерах свои собственные чувства и страсти, свою жизнь. Напоминаем, что 24 ноября «Тодес» выступает в спортивно-зрелищном комплексе «Солигорска». Билеты уже в продаже. Их стоимость от 20 до 40 рублей. На сегодня все. Надеемся, вам было интересно, и вы с удовольствием к нам присоединитесь на следующей неделе. В среду в 20:30 и в воскресенье в 19:45. А возможно, вы хотите стать участником программы «Мелочи жизни», рассказать о своих товарах и услугах. Приходите к нам, улица Козлова, 26, Солигорский телевизионный канал, либо звоните 24 29 25, либо пишите на нашу электронную почту. Мы желаем вам только хорошего осеннего настроения, наслаждайтесь последними теплыми денечками. До встречи!